только украинская музыка. В Нью-Йорке вещает радио, на котором можно услышать исключительно исполнителей из Украины. Радио с названием «Домівка», что означает «дом», в США создала группа украинцев, чтобы развенчать миф о том, что украинская – это исключительно шароварщина. В студии побывала наш корреспондент Юлия Башко. Сергей – строитель, конструирует семиэтажные дома в Нью-Йорке. Но раз в неделю, в среду, он спешит после 10-часовой рабочей смены на эфир украинского радио. Доброго вечера всем слушателям. Добрый вечер всем слушателям радио «Домівки». Сегодня среда, и мы продолжаем информировать вас про то, что происходит в Украине и не только. В эфире «Домівки», что в переводе с украинского «дом», голос Сергея звучит уже 5 лет. Радио стало буквально его вторым домом. В США он переехал в 2009 году. Я себе думал, что приеду, заработаю денег и туда-сюда, и потом уже как-то оно будет по-другому. А потом в один момент понял, что Украину нужно себе делать здесь. Так и начал работать на радио. Друзья, вітаю. С вами в студии Оксана та... А також я, Сергій. Раз в неделю Сергей со ведущей Оксаной проводят прямые эфиры с украинскими гостями, волонтерами, политиками, музыкантами, говорят о главных событиях в Украине и в Америке. Но большую часть времени, в остальные дни, 24 часа в сутки, в эфире радио играет музыка. Исключительно украинских исполнителей. Я дуже багато украинцев. Здесь есть очень много украинцев, которые рождены здесь. Это второе-третье поколение. И много кто уже не знает новой украинской музыки. Они знают какие-то старые песни. Но когда они слушают наше радио, они узнают, что есть много новых композиций. У нас даже была ситуация, когда мы включили детям музыку, они послушали и тут же спрашивают, а кто исполнитель? И сразу записывают. Им это интересно. Шукати світло у темному вітні. Немає змісту, скажи собі. Радио «Домівка» в эфире 6 лет, однако его вещание пока доступно только онлайн. Покупка радиочастоты стоит денег – в год 200 тысяч долларов. Для волонтеров, радиолюбителей, которые даже аппаратуру в студию собирали сами, это пока недоступно. Процесс был долгим. Мы всего понемногу собирали в студию. Покупали сначала одно устройство для эфира, потом другое. Пробовали. Аппаратура стоит очень дорого. Мы старались покупать все качественное. Сейчас в музыкальной коллекции радио больше 3000 композиций украинских исполнителей. Чтобы познакомить слушателей еще с большим количеством современной музыки, в ротацию берут даже малоизвестных исполнителей. На e-mail? На электронную почту пишут, куда сбросить композиции. Мы их прослушиваем, выбираем в эфир. У нас много неизвестных исполнителей. Это очень неплохой шанс, чтобы их музыка где-то крутилась. Вскоре «Домівку» смогут услышать и через смартфоны. Волонтеры разрабатывают удобное приложение для тех, кто не хочет искать сайт радио в интернете. Вы слушаете радио «Домівка» 100% украинской музыки. Сегодня у нас будет много информации. Оставайтесь с нами, мы вернемся к вам вскоре. Из Нью-Йорка Юлия Башко, Тимофей Сорокин, UATV.